Уголовное дело за невыплату компенсации при увольнении. По данным окружной прокуратуры, директор одной из управляющих компаний Сургутского района отказался выплатить подчиненному положенную по закону компенсацию за период работы с ноября прошлого года по май 2018. Сумма составила 70 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги директор УК «Солнечный» расходовал на нужды организации. В ходе проверки соблюдения трудового законодательства сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения. Результаты проверки направили в Следственный комитет. В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по статье 145 Уголовного кодекса «Невыплата свыше 2 месяцев иных выплат». После этого недобросовестный начальник погасил задолженность перед работником.